Приветствую вас. Вы знаете, вот исходя из того, что вы написали, можем сделать такой вывод, что причина, по которой вас бросил молодой человек, и которая считается вами глупой, на самом деле важна эта причина. И действительно, вот действительно, знаете, я с вами согласен в том, что если бы была только эта причина, то есть если бы только поэтому вас молодой человек бросил бы, ну это действительно было бы так, как вы говорите. Но помимо того, что сама причина, она требует проработки, то есть сама причина требует того, чтобы мы ее проанализировали, да, чтобы мы ее как-то увидели, чтобы мы проверили, действительно ли она глупая. Вот помимо этого есть еще один важный момент, что ведь это вам так кажется. Это вам кажется, что причина глупая. А в действительности она может быть не глупая, в действительности она может быть очень важна для вашего мужчины, например. Она может его волновать, она может его беспокоить. Но совершенно очевидно следующее, что если бы эта причина была бы единственной, то молодой человек, скорее всего, бы вас не бросил. Это, на мой взгляд, совершенно очевидный факт. И вам желательно к нему прислушаться. Вам желательно обратить самое пристальное внимание на то, что вы относитесь к, ну вот, к данной ситуации, к мужчине относитесь вы несколько обесценивающе. Важно понять, почему. Если вы обесцениваете, допустим, человека, то, наверное, для чего-то вы это делаете. Вопрос, конечно, в том, для чего. И, скорее всего, потому что он вам необходим как субъект, приносящий удовольствие, как объект, приносящий удовольствие. Иначе бы вы не вступили бы в отношения с другим мужчиной, не завершив предыдущий. Понимаете, когда вы говорите о том, что вот до сих пор не могу разлюбить, хотя год уже живу с другим, да, вы пытаетесь выбить клин клином. И вероятнее всего своего другого мужчину вы также не цените.
Ну, говоря не цените, я имею в виду не цените должным образом. То есть не воспринимаете мужчину как самостоятельного партнера в ваших отношениях. А вероятнее всего воспринимаете через, допустим, призму своих потребностей, например. Например, это только вот в качестве примера можно привести подобно. Значит, что сделать для того, чтобы отпустить прошлое, как вы говорите? Пожалуй, первое и самое главное – это проработка вашей потребностной сферы, потому что именно она, эта потребностная сфера, у вас очень неосознанна. Как это видится мне? Да? Почему так? Почему ваша потребностная сфера видится мне недостаточно проработанной? Потому что через другого мужчину вы пытаетесь удовлетворить свои потребности. Сначала это был ваш предыдущий парень. Теперь это уже вот, собственно, другой человек, которого вы тоже не цените и которого вы тоже сейчас, пока он с вами, ну, скорее всего, не боитесь потерять. И это проблема. В первую очередь, конечно, это проблема для вас, потому что вам в этой ситуации будет всегда тяжело. Вам в этой ситуации будет всегда трудно. Вам в этой ситуации будет всегда нелегко. Далее. Чтобы отпустить прошлое, нужно перестать пытаться его изменить. Нужно перестать хотеть его изменить. Для того, чтобы перестать хотеть изменить прошлое, нужно более ценностно относиться к тому, что в нем произошло. И говоря более ценностно, я имею в виду не подвергать сомнению и не считать, что могло бы быть как-то иначе. Ну, хотя бы потому, что вы уже другие мужчины. И задайте себе этот вопрос. Вы уйдете от другого мужчины, например? Задайте себе этот вопрос. Вы уйдете от этого мужчины, которым вы сейчас, к другому? Просто попробуйте вот этот момент для себя уяснить и понять. И думается мне, что вы найдете как раз-таки правильный ответ на этот вопрос. То есть прошлое с вами до тех пор, пока вы пытаетесь его изменить. Прошлое с вами до тех пор, пока вы его обесцениваете. И пока вы не относитесь должным образом к мужчине. Вы говорите о том, что любите его. Но если вы любите его, то вы, если вы соглашаетесь, допустим, с тем утверждением, что молодой человек сделал, допустим, так, как вот ему лучше, да, то есть он
бросил вас, потому что понял, что ничего хорошего с вами у него не получится, это его право, это его право так думать, да? Вот. Значит, он более счастлив. Значит, ему сейчас, вот сейчас, на данный момент, ему лучше. На данный момент ему комфортнее. На данный момент, он, доволен своей жизнью. И если вы его любите, если вы его любите, если вы хотите, если вы действительно его любите, то я думаю, что вы позволите ему быть с тобой. Я думаю, что вы позволите ему быть счастливым. Если же по какой-то причине вы не можете этого сделать, а вы не можете, раз думаете о нем и не можете его забыть, значит, это означает, что у вас не совсем любовь, а скорее отдача потребность. То есть вы очень может быть, что через этого молодого человека пытаетесь реализовать что-то свое. То есть, например, вы не можете до сих пор принять, что он вас бросил, допустим. Вы не можете до сих пор принять того факта, да, что вот он вас бросил и что вы не вместе. Это вот такой важный, на мой взгляд, момент, на котором нужно заострить внимание. То есть подумайте, что сейчас на эмоциональном уровне для вас означает любовь к тому, кто вас бросил. И для чего вы другим мужчинам сейчас? Тоже постарайтесь себе на этот вопрос ответить. Потому что это очень важно. Важно, чтобы вы подумали как следует о том, зачем вы с человеком, которого, как мы с вами уже поняли, ну, я надеюсь, что мы с вами это поняли, вы не любите. То есть, какие у вас желания, какие у вас потребности, какие у вас мотивы быть с этим человеком. Вот это, я полагаю, очень важный момент, и именно для того, чтобы адекватно оценивать то, что с вами происходит. Ну и понятно, что вот так просто вы от прошлого своего не избавитесь, и понятно, что для этого вам требуется работа специалистом, анализ своих детско-родительских отношений, которые, безусловно, спровоцировали то, что сейчас с вами происходит так или иначе. И, собственно говоря, личностный рост, а также изменение своего поведения и выработку ресурсов для новых моделей своего поведения. Опять. То есть, например, если вы боитесь, допустим, остаться одна, то это проблема лично ваша. Это вы боитесь остаться одна. Если вы не можете принять того факта, что вас бросили, это тоже имеет ваш личностный окрас. С этим также нужно работать. То есть есть некая глубинная установка, которая вам сейчас не позволяет от этого человека отдалиться. Нужно понять, что именно.
На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.